Так, у нас новая покупочка. Купили вытяжку. Вот такую вытяжку купили. Акро или Акпо ХЗ. Подожди, знаю, как она открывается сейчас. А я знаю. Вот, ребенок и то знает. Иди покажи папе. Как я надо. Не умею пользоваться ножиком, а так я знаю как. В общем, хотим вскрыть упаковку и проверить на целостность данный товар. Все ли с ней хорошо? Если нет, то отдадим, да? Да. Да? Я да? Хочу помочь. Ох ты, какая красотища! Так, два колени. А? Давай сюда. Два колена. Так, две. Это два колена. Ага. Сюда точно не войдут. А с потолки-то не особые высокие. Ага. Дуб или что там, не помню. В общем, такого плана вытяжки в интернете, да и в магазинах стоят, конечно, там дорого. От 20 тысяч, да, получается. Здесь была на нее скидка в 50%. Ну, конечно. В ДНСе, да? Она сейчас еще есть вроде. Ножиком-то не проще. Да я хочу вскрыть ее, хоть посмотреть, как она светится. Как работает. Ну, давай проверим ее на работоспособность. Это духовка моя мечта в деревенском духовка. Стиле. Этот, вытяжка, моя мечта в деревенском стиле. Как раз-таки под мою духовой шкаф под плиту. Вот. Тут какое-то тоже дерево настоящее, да? Да, дерево. Вот. Здесь дерево настоящее. Да, а ну что, говорит, может, можно перекрасить в мятный цвет? Я говорю, не надо, ты что, хоть такую фактуру портить крашением. По параметрам, по-моему, у нее там... Вот параметры я не помню. Так, ну-ка, что за параметры? О, засосала пленку! На, вскрыть. Так, Аришка, отойди. Я хочу помочь. У нас, блин, так тесно на кухне, что не знаешь, с какого ракурса снять. Я хочу большую кухню, но у нас маленькая и тесная. Это недопустимо в своем доме. Ну, здесь, я так понимаю, можно ее с углем использовать? Так. Здесь-то просто сеточка. Господи, помощник, отойди немножко в сторону. Углем вставить. И можно без, ну, на улицу не надо вытяжку ставить тогда. А, угольный фильтр, да, можно? Да. Так. Подрезала, можно... Сама вот эта вот вентиляция, да? Это я не знаю. Это переходник какой-то, скорее всего. Угу. Вот с этим куда-нибудь. Ну и вот. Самый... Ну давай, вруби хоть, на. Сегодня будешь вешать? Не знаю, на работу. Да я шучу. Я знаю, что тебе на работу. Вот она сосет. В общем-то, свет сделано. А это скорости 3. А где подсветочка? О! О! Яркая так-то. Яркая очень, да. Это свет и это крутит. Отлично. По-моему, 850 кубометров она. На, убирай. А это чтобы туда ничего не попало, грязь, да? А мне нравится. Шумит сильно. На второй скорости более-менее. Вот первая. Первая более-менее. Более-менее. Пошел примерять. Ну, примерно. А что ты говоришь, это низкая будет? Ну, вот так где-то надо ставить. Ну, вот и отлично. Свет? Ой, она так классно смотрится вживую. Телефон такого не передает. Вообще круто с моей духовочкой. Мама, знаешь, как я огонь просто. Ну-ка. Подсветочка, на только все эти приправы, все это, конечно, временно, это все убрать, переоборудовать потом. И вот на такой высоте где-то будем ставить. Ну да. Будет собирать весь. Дверь меня вот эта коричневая вся бесит. Деревянная фактура будет в жире. Я буду мыть каждый день, первое время. Ну, а потом через месяц вот такой же. Вот она, негромко ж работает. Ж работает аккуратненько, все. Обратно в коробку. Все работает, все отлично. Ее надо чем-то покрывателем все равно. А что? А, вот эту? Да, лаком каким-то. Да, защитным. Да, надо купить. Водоотталкивающим каким-нибудь. Да, чтобы можно было... А, это клапан, кстати. Вот это что? Обратный клапан. Я его снял. Оказывается, его не надо было снимать. Это чтобы у тебя воздух обратно не задувал. А, хорошо. Туда дуй,
А оттуда... Куй. Что? Куй? Куй железо оттуда. Куй железо, пока горячо. Вон оно вешается. Так это куй. Угу. Молоточком. Вот так вот куй. Все, давайте. Прикольная. Классная, жалко, вообще. Конечно, вот надо ее обмыть. Надо ее срочно обмыть. Все, вот такая вот вытяжка. Я вообще рада, радехонька, как пес довольная. Как хотела, так и получилось. Ну, как хотела, да, я в таком стиле и хотела. Сидите, вытяжку. Смотрят, супер. О, какая дерево, структура, класс. Да, вот поближе с ними, замедленный. Да, я так сниму, неплохо. Вот он клапан обратный. Здесь тоже вставка изготовлена из дерева. Также к этой вытяжке можно добавить угольный фильтр. Соответственно, если бы мы сейчас купили бы, да, можно было бы ее уже включить. Можно было бы включать, она бы сама чистила и прямо сюда бы чистый воздух уже выпускала. Интересно. Ну, это ко всем вытяжкам, в принципе, так идет. Производитель у данной вытяжки – Польша. У нас работы полным ходом. Пока у Андрюхи есть время, решили залить ленточку. Помощнички. Куда же без них-то? Никуда. Ну чё, как дела? Залил туда кота хоть одного? Катал? Да, закатал. О, куда уже забрался? Посмотри-ка, куда залез. Эй, хорошо тебе там, Марс? Марсик. Так не делай, а то где-нибудь уберешься. Тут у меня еще одна помощница. Все огни игры, все работают. Одна мама блогер всех снимает. Ты прибираешься на участке, листики собираешь. Скажи всем привет-то. Всем привет. А что ты такая? Недовольна. Устал? Бассейн не пошла. Бассейн завтра пойдешь. Если мозг тебя не вынесет. Вот как она старается. Вот как молодец. Вот так молодец, все, доча. Я отдыхать. Пятиминутка закончилась. Угу. Друзья, у нас сегодня строительные работы. Мы заливаем ленточку, и я к Андрюшке села. И я Андрюшке мешаю работать. Как всегда, я села ему на хвост. В общем, в бане у меня валяются вот такие вот старые игрушки. И как бы выкинуть жалко. Рука не поднимается. Ну, куда их девать? Они, в принципе-то, никому и не нужны. Отдать, да они как бы никому не нужны. Вот, Ариха уже с них выросла. Она уже не играет с ними. Буду я делать из мягких игрушек садовые. Итак, берем первую игрушечку. Я Андрюшку попросила заранее намесить мне... АФ, выключи, пожалуйста. Я Андрея заранее попросила намесить мне цемент, но это можно сделать и самим вручную. Ну, поскольку уж тут Андрей занимается цементными работами, естественно.
Я к нему напросилась. Так, окунаем как следует нашу игрушечку, обваливаем в цементе, чтобы не было никаких пропусков. Лучше вот так вот ее прям утопим. Вот, отлично. Так я включу, он это мешает. Давай, вырубай. Он мне сейчас его разрубит, не? Издеваться вот такого над игрушкой. Живодеры мы. Сейчас что-нибудь отрубит. Разорвет. Прокрути немножко назад.